Акселератор молодежных проектов – это уникальный формат общения между представителями Минмола КЧР и активной молодежью республики, который нужен, чтобы научить молодое поколение правильно формировать свои идеи для реализации грантовых проектов. После Прикубанского района подобная встреча пройдет с молодежью Абазинского района. Наша идея заключается в том, чтобы просветить молодежь районов о возможностях молодежной политики, о том, как они могут принимать участие уже сейчас, и благодаря тем идеям, которые у них сформируются, чтобы у них была для себя такая уверенность в том, что если, например, они подадут заявку, скажем, на Махар, который у нас совсем скоро, вот уже в 20-х числах, чтобы они чувствовали, что они могут на равных участвовать в такого рода событиях. На первом этапе из 50 участников встречи были отобраны ребята с самыми перспективными проектами. У Валерии Юзиной и Вероники Климовой идея в том, чтобы помочь детям, которые подвергаются травле в школе, преодолеть связанные с этим трудности. Идея пока сыровата, но акселератор как раз и направлен на то, чтобы помочь превратить ее в полноценный проект. Можно арендовать какое-то здание или хотя бы комнату, в которой будет психолог, который будет разъяснять проблемы, общаться с детьми, с подростками, также общаться с теми, кто булит, кого булят, и чтобы такого не было. Данное мероприятие поможет подготовить ребят к грантовому конкурсу «Махар», который пройдет уже в конце августа. Кира Урусова вместе с соратниками разрабатывает проект, направленный на решение проблемы нехватки общения между подростками. Мой принцип заключается в том, что мы разбираем проблему, почему подростки, в принципе, всей России, даже всего мира сидят в телефонах. Мы пытаемся решить эту проблему, то есть пытаемся видеть проблемы, почему так происходит. В принципе, мы пришли к выводу с моими ребятами, с которыми я веду этот проект. У нас было две ветви. Одна ветвь – то, что нет специального помещения, где дети могут спокойно прийти, чем заняться, провести время, в принципе, вместе. А второе – то, что дети просто боятся знакомиться, нету друзей в данное время, потому что это могут быть проблемы с сниженной самооценкой, боязнь отказа и вот, в принципе, такого всего. Акселератор молодежных проектов призван в первую очередь научить ребят правильно подавать свой проект, увидеть его слабые и сильные стороны, чтобы на выходе у участников проекта в руках был черновик, доработав который, они смогут участвовать в том или ином грантовом конкурсе. Беслан Туаршев, Ливан Задзами, Архыз 24.